Друзья, всем привет! Хочу показать. Ну вот, новиночки. Я еще тот раз забыла вам показать. Купила лампу, вот эти длинные. Очень хорошие лампы. Вот у меня некоторым уже погоду. Вот, это таких 4 горшочка с поддончиками. Недорогие, 25 рублей. В этот раз еще надо поехать, штук 10 купить. Вот такие хорошие. Ну и будем мы сегодня смотреть свои укореняшечки. Это вот пепероми лилиан. Вот такие у них уже корешочки хорошие. Вот ее сегодня пересадим. Наверное, вот в этот горшочек. Даже не знаю, какой этот беленький. Так. Она уж прям так хорошо подросла. Так, сейчас, друзья, буду вот сюда высыпать пока земельку. Не тревожить. Вот такая красавица. Сейчас я землечки подсыплю, друзья. Сейчас, наверное, вам поближе сюда сделаю. Чтобы видно было. Вот. У меня земля всегда составлена. Листочек отлетел. Даже вот такие можно укоренять. Вот так перлит вставляешь. И все. Парничок. Так. Немножко землю трамбовать. А то что-то болтается. Цветочек. Вот. Еще чуть-чуть сейчас подсыплю. Так. Такая, друзья, лилиан. Так, сейчас следующую. Так. Вот биркин. Тоже укореняла. Вот такая вот. Корневая у него хорошая. Даже не знаю, куда его посадить. Желательно в небольшой горшочек. Тут, а, вот у меня какой-то стоит. Сейчас я его достану. Ой, простите, пожалуйста. Вот этот, наверное, не буду даже мыть его. Что он там? Так. Сейчас мы достанем. Перлит, вот в каком он стоит, можно в землю высыпать. Вот, друзья, какая у него корневая хорошая. Вот такая. Так. А то уже давно. Стоял в парничке, надо, говорю, пересаживать скорее. А то, когда перерастет, тоже нехорошо. И корни большие совсем будут. Тяжелее приживаться будет. Вот, биркин. Так, сейчас еще. Это вот стендаптус расписной. Можно было к своему подсадить, ну ладно, у меня там вроде бы нормальный такой. Так, это. Ну, тут тоже есть корневая, вон. Хорошая. Так, а горшочек-то я не решила пока еще какой. Может быть, даже, наверное, в стаканчик я его посажу. Обыкновенный. Чуть побольше этого. Вот так. Сейчас, друзья, вот продвинуть ближе еще. Вот так. Как бы методом перевалочки. Вот так. Ну,
землички подсыплю. Вот. Все в перлите укореняй всегда. Мне очень нравится. Вот, друзья. Так получился. Так. Что там еще есть? Вот, филодендрончик, лемон, лайм. Ну, пока еще не знаю. Есть у него корешки, видите, его непрозрачные посадил, уже не очень хорошо. Поэтому надо прозрачно сажать. Ну, сейчас вместе с вами посмотрим. Так вот, по ощущению, вроде бы есть корневая. Потому что еле вытаскивается. Ох, видать, хорошая корневая там. Ох, а еле отрываю. Ух, какая хорошая. Даже вот этот маленький столбик. Но его я пока оставлю. Пусть еще растет. Вот, а эти вот пора посадить. Ух, какие корни хорошие. Супер. Супер, супер. Ух, какие. В новый горшочек посажу. Друзья, так разъединю чуть-чуть, хоть на два хотела. Как говорится, чтобы НЗ была. Чтобы один и второй, два кустика будут разных. Вот это в один посажу. Вот так. Я перлит не отряхиваю сильно. Пусть там так и будет. Обомнем. Так. И другой сейчас еще посадим. Вот. Так. Тут вот. Вот какая корневая хорошая. Побольше подсыпем. Там вон даже ростик дал. А то он мне прям поебать начал, что-то не знаю. Думаю, что такое. Я быстрее почеренковала. В тепличку. Ну, прям быстро, наверное, вот за месяц вот так он. Вот, друзья. Вот такой вот. Ну, еще я хочу... с путепилом вот домино пересадить. Вот он, видите, сегодня повесил свои листочки. Сейчас посмотрим, может, у него уже корневая, пора как бы с пересадочками делать. Посмотрим. Да, корневая у него, конечно, уже обросла. Сейчас, друзья, вот этот горшочек возьмем побольше вот. И посадим его. Немножко керамзитик положить могу. Чуть-чуть. Так. Сейчас, друзья, так вот поставлю. Сильно, конечно, не надо потрошить, но так чуть-чуть обсыплю. Вот так вот. Вот. В белом горшочке он как красиво смотрится. Такой хороший спутифил. Не капризный, ничего, мне нравится. Такие у него листочки. Сейчас полил, он сейчас сразу отойдет. Спутифил они так, они водохлебы такие. Ну вот, друзья, на сегодня, наверное, все.
Вот такая, друзья, пересадочка у меня получилась. Друзья, всем, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, друзья!